Ну и, Света, это, ко всему прочему, жакет «Весеннее рандеву» твой выбор. 2499 рублей спеццена. Ты знаешь, Надя, я хочу сказать, что я обожаю жакеты. И всегда ты помнишь о том, что я приобретаю вещи, которые можно носить не только в один сезон, но и круглый год. Наше предложение сегодня, мы так и поступаем с ним. Мы не расстаемся на протяжении года. Во-первых, не забываем о том, что несмотря на то, что сегодня в Москве снег и в Архангельской области тоже, мы все равно ждем и готовимся к лету. Так вот, Надя, я хочу задать вопрос. Когда ты последний раз смотрела, сколько стоит сегодня кожаные изделия? Ой, Света, это просто расстройство одно. 20 тысяч, 25 тысяч. А ведь многие копят деньги. Вот, для того, чтобы наши женщины не расстраивались, а получали колоссальное удовольствие, наш любимый бренд Prestige Style приготовил для них прекрасную альтернативу кожаным курткам. Мы все вам подробно расскажем, но вначале хотим порадовать вас яркими расцветками. Синий это цвет. Темно-синий, да, цвет. Темно-синий. У нас есть яркий красный цвет. Мы помним о том, что это фаворит. Далее, посмотрите, ваш любимый василек или цвет электрик. Многие женщины уже так и называют его. Действительно, очень богато смотрится и ярко. Следующий оттенок черный классический. Кстати, мне его хочется надеть на Надежду Исайкину. Мы потом это сделаем, чтобы доказать, что наша модель сочетается не только с брючным ансамблем, как на мне и на нашей модели Тане, но и с платьями. И сливочный и цвет. Очень благородно. Ой, как дорого смотрится, Света, я просто не могу сдержать слов. Такой красивый сливочный оттенок в сочетании буквально с ювелирными аксессуарами. Давайте посмотрим сейчас на посадку жакета. Уже раздаются звонки в колл-центр, и наши женщины просят помочь определиться с размером. Смотрите, бренд Prestige Style, так же, как и многие российские наши дизайнеры, делают вещи с учетом нестандартности женской фигуры. Поэтому вы видите, что жакет, хоть и притален, выполнен в свободном крое. Это прекрасно. Поэтому ориентируемся на объемы бюста. Если у вас стандартный тип фигуры, аккуратный верх, как у нашей Тани, выбираем размер в размер. Я, например, выбрала на размерчик побольше. Спасибо, Света. Уже можете следовать рекомендации Светланы и заказывать, звонить прямо сейчас, потому что спецпредложение дня ограничено по времени. Давайте посмотрим еще раз на цену. 2499 рублей. И ваша скидка 1500. Нигде вы не найдете жакет под кожу за такую цену. Все-таки под кожу или это кожа? Сам давайте разбираться. Ну, давайте рассмотрим все поближе. Для этого мы приближаемся с вами к нашему материалу. Надюш, ни от взора не уйдет то, что ткань фактурная. Я обожаю, когда ткань имеет какой-то секрет. Вот здесь фактура уместная. И на самом деле фактурные ткани – это более затратное и долгое производство. Но, слава богу, сегодня в 21 веке наши женщины могут себе позволить разнообразие. Итак, лазером мы наносим глянец на наше трикотажное вискозное полотно и таким образом получаем прекрасную альтернативу натуральной коже. Коже, да, смотрится это не то, чтобы как кожа, Света, это смотрится даже эффектнее, потому что кожа, она что, гладкая, да? А у нас фактурная ткань за цену 2499 рублей. Любой цвет выбирайте, звоните прямо сейчас. Мы ждем вашего звонка. К тому же, внимание! У вас есть возможность забрать скидку 1500 рублей. И пока еще есть все цвета. Поэтому будьте смелее, дозванивайтесь, мы ждем ваших звоночков. Давай еще раз пройдемся по расцветкам. Темно-синий, черный, красный, яркий василек и молочный сливочный цвет. Если у вас сейчас остро встает вопрос о верхней одежде на лето, мой вам совет, обратите внимание на наш жакет. Во-первых, Надюша, хочу подчеркнуть преимущество трикотажного полотна. Если мы надеваем кожу и понимаем, что через какое-то время нам становится жарко, то выбирая трикотажное полотно, наше тело дышит. На самом деле трикотаж – это соединение петелек. И при плетении вязки у нас происходит эффект, когда между петельками остается небольшое пространство. Плотная, упругая, красивая глянцевая ткань, конечно, напоминает кожу. Да, похожий на кожаный, но намного-намного в разы доступнее жакет «Весеннее рандеву». Посмотрите, как постройнела наша Татьяна. Но нельзя не отметить, Света, еще помимо фактуры, наличие таких прекрасных деталей. Да, Надюша, давайте поговорим о декоре. Давайте. Как прекрасно, когда у женщины сразу отметается проблема. Чем еще можно дополнить наш жакет? Здесь все уместно. Во-первых, мы говорим о вертикальных линиях. У нас металлическая молния, а это более прочные, долговечные изделия. То, что здесь нержавеющий металл, об этом уже мы говорили не раз. Посмотрите на покрытие, которое напоминает позолоту.
помимо позолоты здесь еще и камни-стразы. Именно такие же пулеры-концевики у нас на карманах. Причем, Надеж, карманы у нас с тобой функциональные. Что вдвойне удобно. Этот жакет не только декорирован, да, но он еще и, посмотрите, снабжен настоящими карманами. 2499 рублей. И что немаловажно, Свет, этот размерный ряд у нас доступный пока еще до 60-го размера. Напомню, если у вас богатые формы верха, мы можем посмотреть на нашу модель. Спасибо. И мы видим с вами, что если у вас форма аккуратная, жакет садится просто безупречно. Посмотрите на вточные рукава. Вот, кстати, помимо того, что вточные рукава и так подчеркивают прямую осанку, ручки становятся изящнее. Там еще есть подплечники. Это скульпторы и модельеры вашей фигуры. Я обожаю вещи, которые моделируют нашу фигуру, украшают нас. Мы можем носить ее круглый год. Наступит зима, Надя, и на работу я надену свой жакет вместо костюмной ткани, потому что наш трикотаж очень эластичен. Итак, зимой можем носить, осенью можем носить, сейчас можем носить. А можем ли мы носить этот жакет летом, Свет, я тебя спрашиваю, потому что, в принципе, летом бывает прохладно. Ты знаешь, как я уже сказала, наше лето начинается с того, что мы выбираем сегодня для себя альтернативу ветровкам, плащам. Ну что ж, на замену кожаным курткам сегодня приходят супер ткани 21 века. Вы знаете, у меня ощущение, что я постройнела. Моя широкая зона спины стала какой-то более изящной. И это все благодаря красивому фасону этого жакета. Мне очень нравится, что эта ткань, трикотаж, Надюша, с нанотехнологиями, лазерным напылением напоминает кожу. И я задаю себе вопрос, стоит ли мне переплачивать? 40 тысяч рублей стоит кожаная куртка. Нет, однозначно, конечно же. Если вы копили на кожаную модель, мы вас призываем сегодня на эту сумму. Вы лучше свой гардероб пополните сразу несколькими готовыми образами на нашем телеканале. Смотрите рубрику «Моды» сегодня целый день. Радуйте себя яркими новыми новинками. Итак, мы приобретаем с вами уникальный жакет. Во-первых, мы носим его 4 сезона. И не один сезон. Мы носим его с вами круглый год. Потрясающая ткань, трикотажное полотно. Это напыление лазером, которое имитирует натуральную кожу. Но, кстати, мы не сказали об уходе. Не бойтесь приобретать самые светлые оттенки. Стирка домашняя, никаких химчисток. 30-40 градусов температура воды, порошок для цветного белья. И гладить это изделие лучше при щадящей температуре с изнаночной стороны. Ну что ж, эффектная куртка, цена не менее эффектная, 2499 рублей. Свет, я приложила для себя светлый цвет, потому что я считаю, что это хорошая замена белой блузе. Это отличный вариант на прохладные деньки. Оставайтесь с нами, это еще не все.